Этот человек является научным советником президента Южной Кореи. Этот человек входит в список, здесь вот мы сейчас можем видеть, пожалуйста, этот человек входит в список 2000 наиболее выдающихся ученых 21-го столетия. Этот человек был избран первым президентом Сеульского университета биотехнологий. И этот человек специально для вас сегодня приехал сюда. Автор продукта FunDetox с вами здесь, и он расскажет вам секрет этого продукта. Сон Хайбок, профессор! В течение жизни употребляем очень много вредных веществ, такие как алкоголь, лекарства очень плохо влияют на печень. Есть очень много веществ, которые мы потребляем в повседневной жизни, которые очень плохо влияют на этот жизненно важный орган, печень. Но до настоящего момента фармацевты не предложили ни одного действительно удачного продукта, который бы боролся наиболее эффективно, при этом был бы натуральным. Соответственно, хорошая печень, должна быстро справляться с теми химикатами, разлагать их, расщеплять, которые мы потребляем. И порядка 13 лет потребовалось мне, чтобы создать формулу FunDetox, того самого продукта, о котором мы сегодня рассказываем. И зная, что этиловый спирт, алкоголь, является очень вредным химикатом, я решил принять участие в эксперименте и выпивал по 2 бутылки корейской водки в течение 365 дней, чтобы проверить эффективность фандетокса. Я горд, действительно горд, то, что мои труды увенчались успехом, и в конечном итоге я его добился. Я сейчас хочу показать вам, в чем именно он заключается. В течение многих лет я получил все возможные сертификаты на эту формулу. Вот, в частности, можно видеть ISO, FDA. Более того, сейчас вот господин Бок показывает, он скромный человек, он не говорит об этом, но он получал много золотых медалей на всевозможных выставках за эту формулу. FunDetox, он активизирует действие ферментов алкоголь-дегидрогеназы и альдегид-дегидрогеназы. Вот. Можете не запоминать, но дело в том, что эти два фермента, они важнейшую роль играют в расщеплении алкоголя. И токсичный ацетальдегид, они его превращают в безопасную для организма уксусную кислоту, которая потом превращается в воду, углекислый газ. Если вы продолжительное время будете употреблять FunDetox, то ваша печень будет очищаться, и уровень холестерина, как вы можете здесь видеть, да, в течение полугода он неотступно идет вниз. Регулярное употребление фандетокса, оно способствует резкому снижению уровня триглицеридов и холестерина в целом. То есть все вредные вещества, которые могут содержаться в печени, они идут на спад. И чем продолжительнее вы используете их, тем лучше результат. Но нормальных результатов человек с жировым гепатозом достигает уже в течение 2 месяцев на пищевом продукте. Это не БАД, это пищевой продукт. А для людей, у которых нет никаких осложнений с печенью, это речь о фандетоксе сейчас, можно принимать в качестве профилактики по одному стику. Для людей со слабой печенью, со ослабленной печенью, лучше принимать продукт 2 стика в день, один с утра, другой вечером, в течение месяца. В течение месяца это уже идет очищение печени. Это вот первый процесс. Потом можно уже регулярно переходить на 1 в день. Но это не конец истории. У меня еще для вас заготовки, которые ждите. Коралловый клуб. Будут новые продукты и будут улучшения формулы, которые сделают продукты еще лучше. Вот. And we'll make them happy. Yeah, us happy. Сделают нас счастливыми всеми. Спасибо за внимание.